8 марта во всех организациях мужчины поздравляют своих коллег-женщин. В Бюро технической инвентаризации города Видное не ограничились только корпоративными поздравлениями. Всем представительницам прекрасной половины человечества, которые накануне женского праздника обращались в БТИ, сотрудники дарили цветы. Как здорово, что для сотрудников ленинского филиала БТИ работа всегда праздник. И оказывают они услуги, и общаются с посетителями грамотно, слаженно и в удовольствие. А еще по инициативе руководителя, начиная с прошлого года, было решено расширить формат общения сотрудников с клиентами и привнести в него нечто необычное. Создать и таких условиях, при которых посетитель, посещая, собственно говоря, бюро технической инвентаризации, получал какой-то заряд энергии, получал удовольствие. То есть он шел с открытым забралом к нам, и мы с открытыми распростертыми объятиями его принимали. В продолжение хорошей традиции в канун 8 марта в БТИ был организован праздничный прием. Вот этот прекрасный праздник, который с размахом, праздник великолепия, праздник весны, праздник любви. То есть праздник вот отмечается не только в нашей стране, а международный. Мы для себя приняли решение, что всем дамам, нашим прекрасным, нам горячо любимым, в этот праздник мы устроим маленький подарок от ленинского филиала. Всех посетительниц бюро ждал приятный сюрприз. Поздравления начальника службы, цветы и подарок. Очень приятно мне сегодня было. Зашла по своим делам в БТИ. И оказали мне такой прием. Поздравили с праздником, вручили подарки. Всем женщинам всего хорошего, настроения, счастья. Большое спасибо. Я сегодня была, в общем-то, удивлена о том, что в данной организации организовали и еще поздравления для посетителей. Это новая какая-то, в общем-то, хорошая очень традиция. Я даже тронута. Впервые попала на такое. Так что спасибо большое. В БТИ работают в основном женщины. Это создает особенную добрую атмосферу в коллективе. Работает здесь большинство женщин, и они очень добрые, отзывчивые, грамотные, и их работа всегда отличается от работы других организаций, которые, в общем-то, выполняют те же функции, как и данные БТИ. В этот день сотрудники, оказывая услуги посетителям, делились с ними весенним солнечным настроением и поздравляли женщин с праздником. Хочу поздравить дорогих женщин, дорогих всех наших заявителей, клиентов с этим праздником, праздником весны. Наконец-то пришла весна, хорошая погода. С 8 марта приходите к нам. Было бы приятно, если эту традицию переняли и другие службы Ленинского района. Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.